Сотрудники госавтоинспекции разыскивают свидетелей еще одного происшествия. 4 октября в 20 часов 45 минут на 45-м километре трассы Новосибирск-Ташанта автомобиль Honda Solaris под управлением 30-летнего водителя, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, сбил переходившего дорогу пешехода, 47-летнего мужчину. Куда же он шел? Выяснилось, что после наезда Honda было еще два автомобиля, которые также совершили наезд на данного пешехода. Они протащили сбитого по проезжей части. Для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия ГИБДД региона разыскивает возможных очевидцев. Свидетели этого ДТП просят обращаться по телефонам 220 70 77 232 13 00. 8 913 950 14 05.